Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге «Великие музеи мира». Давид Алан. Знатоки Джон Кафф, Джон Бонар и Джеймс Брюс. 1783 год. Холст масла 87/101. Известный художник Давид Алан около 7 лет учился в Академии живописи Фуллиса в Глазго. Продолжил образование в Риме, куда уехал в 1764 году. Там он копировал полотна великих мастеров эпохи Возрождения, параллельно создавая собственные произведения. Алан писал исторические жанровые сцены, а также портреты и карикатуры. Из Италии в 1777 году он отправился в Лондон, где на протяжении нескольких лет пытался добиться успеха. Затем перебрался в Эдинбург и стал специализироваться на портретах. Прекрасным образом творчества мастера является работа знатоки Джон Кафф, Джон Бонар и Джеймс Брюс, ныне находящиеся в экспозиции Национальной галереи Шотландии. На полотне изображены друзья Алана, которых он показывает через их увлечение искусством. Знатоками и ценителями работ известных творцов прошлых эпох. Джон Кафф сидит в кресле и держит в руке гравюру с картины Рафаэля, изображающую Иоанна Крестителя, обсуждая с товарищами достоинства этого произведения. Исполняя групповой портрет, Алан много внимания уделил деталям, тщательно прописав одежду, мебель и интерьер. Колорит полотна строится на сочетании различных оттенков серого, которые дополняют красные, коричневые и белые тона. Ну вот такое описание к работе Давида Алана, знатоки Джон Кафф, Джон Бонар и Джеймс Брюс, я нашел в книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания, всего хорошего.